Меня зовут Алина Амренова. Я приехала из Казахстана 2 года назад с целью получить бизнес-образование. Моей целью было остаться здесь, в Барселоне, и найти работу, и также закончить университет. Я перевелась из другого университета и надеюсь, что в этом университете я получу гораздо больше знаний, нежели в моем предыдущем. На данный момент я работаю в магазине Изабель Марант. Я получаю там огромный опыт с целью открыть свой магазин одежды. Я надеюсь, что мне здесь очень понравится. Спасибо.